В Новгородском районном суде сегодня со второй попытки озвучили приговор новгородскому головорезу. Два дня назад, когда судья планировала вынести вердикт, в последнем слове Иван Бревнов, обвиняемый в жестоком убийстве, заявил, что в деле есть пробелы. Суд был вынужден провести повторное изучение документов. Начало оглашения приговора подсудимый Иван Бревнов встретил не слишком адекватной реакцией. В то время как судья зачитывала описание событий той кровавой новогодней ночи, его разбирал смех. Напомним, Бревнова обвиняли в убийстве собутыльника 1 января 2018 года. По версии следствия, он не просто зарезал гостя, но и впоследствии обезглавил трупа, отрезанную голову выбросил с балкона под ноги прохожим. Свою вину в содеянном головорезу пришлось признать, хоть защита и настаивает на состоянии аффекта в момент убийства. Суд вину Бревнова посчитал доказанной. Новгородский районный суд Новгородской области, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении Бревнова Ивана Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил вину подсудимого Бревнова Ивана Александровича в убийстве, то есть в умышленном причинении смерти другому человеку. 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Таково наказание, которое назначил суд. Сторона обвинения, кстати, предлагала наказать подсудимого 10 годами за решеткой. А максимальный срок по первой части 105 статьи Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет лишения свободы. Но приговор в законную силу не вступил. Адвокат подсудимого уже сообщил о намерении подавать апелляцию в высшей инстанции.